почему женщина хочет стропонить. Ты не поверишь, но это совершенно не про унижение. Некоторые думают, что это та женщина, стропонесса, которая хочет унизить мужчину. Это совершенно не так. Женщина, которая хочет тебя унизить, она вообще не будет с тобой сексом заниматься. Она будет тебе не давать максимально долго, сколько это возможно, или вообще никогда не даст. Будет использовать тебя материально или в каких-то других целях, но секса не будет. Стропонесса – это совершенно другая история. Дело в том, что мужчине, который любит анальную стимуляцию, не путать с геями, это совершенно другие мужчины, им легче было бы даже найти мужчину, который будет трахать их в попу. Но это не об этом. Его не возбуждают мужчины, ему просто нравится анальная стимуляция, чтобы это дело делала именно женщина. И такую женщину найти намного сложнее, чем найти мужчину, который будет тебя в попу трахать. Знающие мужчины сейчас поставят лайк. Поэтому женщина-стропонесса – это та самая женщина, которая хочет тебе угодить, которая хочет быть твоей, которая хочет быть особенной именно для тебя, для мужчины с анальной чувствительностью. Я тебе даже больше скажу, мало кто об этом знает, но когда женщина надевает стропон и делает вот эти возвратно-поступательные движения, которые для нее не свойственны, она прилагает колоссальные усилия и при этом никаких удовольствий сама не испытывает. Как ты думаешь, какой должна быть женщина, чтобы на это все пойти? Пиши в комментариях.